Включу до слышимости. Всем доброго дня, уважаемые коллеги. Так, сейчас пока с экрана сделаем. Соответственно, тема, с которой, надеюсь, экселевский файлик таблички вам видно. Так. Если что, вы мне, пожалуйста, маякните. Так, отлично, спасибо за обратную связь. Так, соответственно, тема, которую нам сегодня попросили рассказать, это финансовое моделирование, построение финансовой модели промышленного индустриального парка или промышленного технопарка, а также их отраслевые многообразия. Ну, например, тем, кто следит за изменением нормативки в сфере индустриальной недвижимости промышленной, да, знают, что теперь у нас официально легализованные понятия агропромышленный парк и агротехнопарк, и экопромышленный парк и экотехнопарк. В том числе на одной из разновидностей я сегодня подобрал вам, у нас, что называется, есть несколько разных финансово-экономических моделей. Вот. Нет, к сожалению, на диск выложить данный файл я не могу, потому что если я вычищу из него все данные клиента, да, то, собственно говоря, вам не будет видно и интересно, да, а с этими данными я, конечно же, предоставить не могу. То есть мы конфиденциальную информацию наших клиентов храним, да, но показать без общего как бы распространения, да, я, конечно же, могу вот на реальных данных. Соответственно, вы увидите по тексту, что данная финансовая модель посвящена промышленному агротехнопарку, скорее, да, вот так его будет правильно назвать, да, потому что помимо резидентов, которые размещаются на этом объекте, на территории этого объекта, с собственной застройкой, с собственными цехами по переработке сельскохозяйственной продукции и пищевому производству, да, есть еще и услуги управляющей компании, как раз, которые оказываются от ее имени, представляют собой именно бизнес управляющей компании. Да? Вы увидите лабораторию, вы увидите теплицы, которые построены управляющей компанией, и определенные секции этих теплиц, либо, что называется, общий холл, либо отзонированные, исходя из климатики и определенных растениеводческих нюансов технологических, да, аграрных, агрономических, разделены на секции. Вы увидите аренду холодильных мощностей, то есть холодильные мощности, так называемое мультитемпературное хранение и шоковая заморозка принадлежат управляющей компании все эти мощности. И, соответственно, вот это мультитемпературное хранение является услугой управляющей компании. И каждый из резидентов может хранить на холодильных мощностях управляющей компании свою продукцию, да, сырье или там готовый продукт. Это я вам просто понимаю, что обозначаю, чтобы было понимание, какой предмет у нас рассмотрение, да. То есть у нас управляющая компания в данном случае, помимо классических услуг по предоставлению земельных участков и предоставлению доступа к построенной инфраструктуре за ее счет или с помощью государственного бюджета, мы это тоже с вами увидим, там используются субсидированные ресурсы бюджета всех уровней. Помимо вот этой классики, которая есть в индустриальных парках, предоставляет, во-первых, помещение в аренду, построенное от имени управляющей компании, девелоперской, по сути, функции. Да? То есть это уже у нас такой симбиоз управляющей компании и девелоперской одновременно. И оказывает некоторые цеха предназначены так называемых малышей для малого и микробизнеса. Управляющая компания в данном случае подставляет им финансовое, технологическое и складское плечо, если можно так выразиться. И страхует этот самый бизнес малый от необходимости, там, скажем, от необходимости строить свои цеха. То есть, вот, допустим, там построить холодильный цех — это гигантские инвестиции, да, то есть, ну, в зависимости от мощностей, естественно, да. Скажем, цех по переработке мяса для многих резидентов, допустим, тоже представляет собой довольно серьезные капитальные вложения, которые могут, например, не отбиться по той простой причине, что резидент обладает, допустим, ну, скажем, не всегда резидент может построить себе цех по переработке мясных мощностей точь-в-точь, исходя из своего сырья, допустим, из забоя скотины или из переработки растениеводческой продукции. Да? Это довольно серьезные, скажем так,
удача и хитрость, и довольно серьезный инженерный расчет, чтобы проектируемая мощность была достаточной, да, чтобы ее, во-первых, хватило, чтобы не перегрузить оборудование и, собственно говоря, как это, очередь коров, стоящих на убой, не превысила разумной, что называется, в цехе додержки, да. Вот. И с другой стороны, нельзя, наверное, ошибиться и в большую сторону и купить оборудование с избыточным заделом мощностей, которые ты своей собственной продукцией или продукцией смежников, там, кому-то предлагаешь эту услугу, нельзя будет загрузить. Да? То есть это и повышенный капекс, большой перерасход, это и длительная окупаемость. И вот, собственно говоря, для малого бизнеса, который, например, занимается только выращиванием сельхозпродукции или откормом скотины, допустим, цех по переработке а-ля от коровы до котлет может оказаться несбыточной мечтой в силу их пока малого объема, да, и малого стада или малых площадей растеневодства, засаживания открытого грунта или теплиц. Да. И вот управляющая компания, если она имеет такую возможность, может подставить вот такое вот финансовое плечо. Да. То есть вы приходите к нам с коровами, уходите, допустим, там, с котлетами, да, или замораживаете свои полуфабрикаты в наших холодильных мощностях по мере того, как вы будете в сети или там, через свои магазины продавать. Это вот такая вот как бы маленькая вводная. Какой проект мы сегодня рассматриваем в качестве типового. Вот, например, чтобы вас не удивило, вот эти вот аббревиатуры ОКП, оборудование коллективного пользования, управляющей компании, услуга убойного цеха, услуга аренды определенной секции в тепличном хозяйстве, услуга аренды мощностей по переработке мяса вот этого самого мясного цеха, ну и холодильных, соответственно, мощностей. Значит, сегодня в том числе было произнесено одна очень интересная мысль о том, что на самом деле пользователями вашей финансово-экономической модели и бизнес-плана могут оказаться совершенно разные структуры. Вот, Леонид Валентинович человек опытный в финансовом моделировании, в бизнес-планировании, да, поэтому, собственно говоря, вот эксперты идут, наверное, примерно по одному пути опыта. 20-летний опыт нашего финансового моделирования в частности и 9-летний опыт финансового моделирования в сфере промышленной индустриальной недвижимости, да, соответственно, в 2002-2014 году эти даты подсказывают нам, что надо разделить было эти финансовые модели на три составляющие. И вот я вам, собственно говоря, демонстрирую. Мы стараемся это делать в трех независимых файликах. Можно, конечно, делать там в трех разных листочках, да, но вы увидите, что это, ну, довольно сложно. И довольно сложно сделать все это в одном файле, и как показывает наш опыт и целесообразность, да, делать в одном файле, наверное, это будет не гибко. Поэтому у нас три разных файла. Первый файлик, который я вам сейчас демонстрирую, называется финансово-экономическая модель управляющей компании. Соответственно, ее управляющая компания будет показывать своему инвестору, будь то совладелец, партнерская компания или кредитное банковское учреждение или какой-нибудь фонд, другой финансовый институт, она будет показывать, например, ее, скажем, ну, наверное, да, вот основной перечень интересантов, которым, наверное, стоит показывать эту финансово-экономическую модель для того, чтобы они приняли соответствующее решение, да. Нет, есть нормативные установочные требования к финансово-экономической модели, да, то есть она должна быть прозрачной и понятной, первой, да, то есть определенные, скажем, многие госорганы, финансовые институты, банки, фонды предъявляют определенные требования к деталистике расчетов. Ну, например, метод, которым должно быть посчитано обязательно финансово-экономическая модель, кассовой или методом начисления, например, да, если кому-то из собравшихся это что-то говорит. Вот. Потом некоторые фонды практикуют моделирование в постоянных ценах, а некоторые фонды или банки практикуют моделирование с индексами-дефляторами. Да? То есть, когда мы указываем цену ресурса на сегодняшний день, а потом индексом-дефлятором доводим его до ценности этого ресурса там, на следующий год, ну, исходя из просто из инфляции или индекса удорожания, да? То есть этого ресурса, как по выручке, как по доходной части, так и по расходной части. Потом, некоторые фонды и банки предъявляют требования по деталистике расчетов по периоду планирования. Да? То есть вот наш самый большой календарный горизонт планирования. Значит, вот если здесь вы обратите внимание, я вам покажу. Вот эта финансово-экономическая модель, она планируется на 10 предстоящих лет
с нулевой даты, с нулевого года, скажем так, с первого года инвестиций, да, и в деталистике по годам. А вот, например, некоторые финансовые институты, некоторые требования к финансовой модели, к бизнес-планам требуют по кварталам или по месяцам, или, например, еще более гибко, более сложный для планирования и более гибкой для инвестора. Бывает так, первые, например, два года покажите нам по месяцам, а следующие годы там по кварталам, по полугодиям или по годам. Очень часто такое бывает в IT-проектах, вот по опыту могу сказать, да, потому что там есть стартовый период, скажем так, инвестирования, основной кэш, основные капексы или там затраты финансирования команды и так далее. Вот, соответственно, некоторые финансовые институты, особенно из группы, ну, допустим, Веба, из группы серьезных банков федеральных, да, с известными именами, предъявляют требования, в том числе к методам просчета ставки дисконтирования. Мы тоже сегодня немножечко об этом поговорим. К методу формирования среднеизвестной стоимости капитала, к, допустим, к построению финансовых прогнозов, откуда именно они предлагают нам брать макроэкономические показатели, следует ли нам ориентироваться, допустим, на прогноз динамики Центробанка, Банка России, или нам следует ориентироваться на прогноз динамики Минэкономразвития России или вообще там, не знаю, какого-нибудь МБР, Международного банка реконструкции и развития. Ну, я уж сейчас говорю как бы какие-то вот такие вот вещи, да, или там, скажем, международных каких-то организаций. Вот, откуда брать макроэкономические прогнозы. А все остальное это либо установленные уже нормативы, ну, например, ставки налогообложения, опыт исследования рынка, откуда мы берем цены ресурсов, да, на труд, на капитал, на землю, на оборудование, на сырье, комплектующие и так далее, и так далее. То есть мы проводим исследование рынка, естественно, да, чтобы поставить адекватные цены и более того, сегодняшнего дня, и более того, в чем, собственно говоря, заключается основная трудоемкость процесса, нам надо сделать правильный прогноз доступности и стоимости этих ресурсов с учетом доставки, особенно изменения цепочек поставок на сегодняшний день, вы все наблюдаете эту ситуацию, да? Изменения логистики и изменения перечня стран-импортеров, через которые, например, мы завозим, если это компонент производится не в нашем государстве. Да? То есть вот финансовое моделирование, на самом деле, очень много кропотливой работы, которая иногда, коллеги смеются, на грани легкого колдунства. Да? Это, говорит, очень хитрое колдунство, вот как спрогнозировать это все. Вот, это я, извините, так пространно ответил на вопрос коллеги по требованиям. Да? Вот, а все остальное – это опыт специалистов, которые занимаются финансовыми прогнозами, финансовым моделированием. Да? Вот, например, сегодня как раз у нас такое мероприятие, где мы делимся опытом. Ну вот обратите, например, внимание, скажем, я с коллегами делю вот эти вот листочки, которые представляют собой, да, это представляют собой услуги управляющей компании, каждая из которых обсчитана отдельно. И логика расчетов здесь заключается в том, можно не листочками, конечно, можно, например, строками, да, тогда просто лист распухает и там уже, что называется, не 600 строк, да, а несколько тысяч. Вот. И в чем гибкость этого моделирования? В том, что ты можешь всегда одну из услуг по принципу «да», «нет» включить или исключить из расчета, чтобы проверить собственную модель на гибкость и проверить, какой же все-таки вклад вот эта услуга, какую долю дохода, какую долю затрат на себя оттягивает и какую долю дохода и прибыли в конечном итоге приносит она этой управляющей компании. То есть является ли эта услуга основной, определяющей, тягловой, которая несет на себе там основную маржу или перетягивает на себя основной объем накладных расходов. Да? То есть о чем я сейчас говорю? Ну, к примеру, всегда у управляющей компании есть дилемма, на каком оптимальном, минимально необходимом и достаточном уровне оказания услуг остановиться. К примеру, оказываем ли мы, а у нас финансовое моделирование одни сплошные ветки развития, да? То есть мы, например, уборка территории. Покупаем ли мы свой трактор, например, который зимой у нас будет чистить снег, да? А летом убирать там мусор территории, расчищать дорожные покрытия, да? Или мы используем услугу чью-то, да? То есть какого-нибудь МУПа, муниципального унитарного предприятия, у которого уже эта техника есть, и себестоимость услуг у него, скорее всего, и цена, скалькулированная или утвержденная по госрегулированию цен, окажется ниже, чем нам содержание двух
трактористов для смены или там одного, не знаю, как пойдет, трактора, заправка его соляркой и так далее, и так далее. То есть здесь опять дилемма. И мы вынуждены либо по опыту говорить, что для данного масштаба, для данной площади, для данного объема услуга аутсорсинга этой функции будет выгоднее, ну, экономнее, да, для управляющей компании. А вот уже, извините, когда у вас масштаб, там, допустим, там столько-то, там десятков гектаров, вы даже уже не думаете, спокойно закладывайте себе покупку трактора и все такое прочее, потому что вы тогда не сможете, не дополучите, например, эту услугу у какого-нибудь МУПа по той простой причине, что у него нет столько трактористов и столько тракторов, да, а вам надо чистить, извиняюсь, там сотни гектаров. То есть всегда есть точка окупаемости, всегда есть точка возврата-невозврата инвестиций, да, при которых целесообразно или нецелесообразно такое вот решение принимать. Всегда есть дилемма: собственная покупка или аренда, или аутсорсинг. Допустим, лизинг или кредит за собственные средства там, или за заемные средства. Вот это вот все финансистам, экономистам приходится просчитывать и доказывать на цифрах, потому что каждый вот из этих особенностей сделок, естественно, имеет свою экономику. Да? Так вот, помоделировать, тащит ли эта услуга, скажем, не подсаживает ли вновь наша вот эта вот новая услуга баланс управляющей компании, или она, допустим, сказывается на финансовой прибыли нормально. Это вот как раз позволяет вот эта вот деталистика, аналитика, да, вот эти вот листочки или вот эти вот строки показать и оценить ее общий вклад. Я уже не говорю о том, что всегда должно быть, так, не в этом файлике, например, да, я вам покажу, ну, скажем, вот здесь, да, всегда есть такая вещь, как проверка вашей финансово-экономической модели на прочность, так называемый анализ чувствительности. Вот обратите внимание, вот на этом листочке, да, указано, влияние на какие показатели будет оцениваться, да, и, соответственно, какими показателями мы с вами будем играть по принципу, а что будет, если мы с вами сделаем вот так, да, и как это повлияет. Вот, например, берем вот блок вот этих строк. Это оценивается влияние на все вот эти конечные показатели финансово-экономической эффективности. Кто занимается финансово-экономическим планированием, мы все известны, все эти NPV и приведенный срок окупаемости, например, да, то есть окупаемость чистая, окупаемость простая, окупаемость дисконтированная и так далее. Простая, дисконтированная. Вот. И, соответственно, вот к инвестициям резидентов. Мы, соответственно, моделируем. Вот, ну, при 100%, да, там вы увидите вот этот самый коэффициент сенс чувствительности, да, он заложен во многие параметры. Например, что будет с нашей финансово-экономической моделью, если резиденты инвестиции понесут не сколько мы предполагали, не вот эти 100%, а на 10, 20 или 30, ну и нет предела, да, то есть любопытству, процентов меньше запланировано. И что будет, если инвестиции резидентов окажутся на 10, 20 или 30% больше достигнут запланированного, идеального, как бы, да, то есть оптимального состояния в финансовой модели, которую мы планируем. Вот, соответственно, оно сказывается, ну, здесь сейчас просчет, допустим, есть, да, что на срок окупаемости, на самом деле, влияние мы сильно не увидим, допустим, там местного бюджета, да, бюджет региональный, это 1/10 плюс-минус играет от одного года, ну, 1-2, 1-1,5 месяца плюс-минус, да, влияние, а вот уже на окупаемость федерального бюджета, раз там будет использоваться субсидии и так далее, играет по 0,3 года. 0,3 года, ну, допустим, квартал, допустим, плюс-минус 3-4 месяца, да. Вот, соответственно, вот на каждый показатель, если изменится инвестиции от стальки-то до стальки-то упадет, да, если количество там рабочих мест, естественно, мы считаем, если будет удорожание заработной платы, если будет удорожание сырьевых ресурсов, если выручку мы спрогнозировали, например, слишком оптимистично, что будет, если выручка упадет на 30%? Это выведет нашу модель в совершенный минус, да, или же, допустим, еще она будет финансово устойчива, ну, к примеру, да. Если брать по принципу, что ноль – это оптимально, плюс – это хорошо, минус – это плохо, хотя здесь это, ну, как бы не совсем так, про бюджет идет речь, вот, то считается, что падение выручки резидентов без учета налога на добавленную стоимость на 10% еще нашу модель не убивает, а уже на минус 20% – это уже критично, проблемно, например, да, если может быть такой вывод сделан. Вот, в зависимости от того, кто является, опять же, получателем этой финансово-экономической модели,
и какие решения он примет. Ну вот сразу оговорюсь уже, да, что для бюджетов это на самом деле не страшная ситуация, потому что, сами знаете, инвестиции федерального и регионального бюджета инвестируются в долгосрочнейшие проекты, замораживая деньги на 10, 20, 30, 50 лет, строительство аэропорта, дороги и так далее, инфраструктурные, например, какие-то. Да? То есть для них, например, там, скажем, окупаемость там, 5-6 лет – это вообще прекрасно, это просто ну, праздник. Да? 8 лет тоже прекрасно. 12 лет, ну, сойдет. Ну, 25, ну, 25 так 25. Когда мы говорим там о строительстве, например, каких-то сетей коммуникации или дорожном покрытии. Ладно. Вот. Это как бы аналитика. Соответственно, возвращаюсь, если кто забыл, с чего мы начали, я, извините, очень увлекаюсь как бы этим процессом, да. У нас есть три финансово-экономические модели, которые мы считаем в разных файлах, потому что будем предоставлять совершенно разным людям, которым, например, не надо подглядывать, что в других моделях. Про управляющую компанию сказал. Ее мы предоставляем нашим партнерам, инвесторам, финансовым институтам. Финансово-экономическая модель резидентов. И вот это вот листочки в данном случае уже представляют собой не услуги управляющих компаний, а типы резидентов, типы арендаторов или застройщиков, или пользователей инфраструктуры, которые к нам туда придут. Вот два листочка типового тепличного хозяйства. Да? Вот. Есть и мясной цех, допустим, там есть и убойный, да? То есть есть грибы, ну, по специфике проекта, смотря кого мы планируем резидентами. Должен сделать здесь еще одну важную оговорку. Вот когда планируешь резидентов, естественно, есть так называемый первый локомотив, первый эшелон резидентов, про которых ты знаешь, которые придут, с которыми управляющая компания или органы власти, в зависимости от того, кто является инициатором там, как бы этого процесса, да, с кем ведут переговоры, которые сверстали какие-то свои показатели, дали... Нет, Станислав, я как раз сейчас комментирую вам финансово-экономическую модель УТР. УТР – это условно-типовые резиденты, вот как раз о которых веду речь. То есть все правильно, все верно, та, которую комментирую. Значит, у нас, соответственно, вот обратите внимание, да, это резиденты, например, застройщики, которые сами будут строить тепличные хозяйства, производить там сублимированные продукты, осушать. Допустим, если убойный цех будет их собственный, а не управляющий компанией, то есть мы здесь тоже как бы оцениваем, да, вдруг кто-то там захочет. Кто-то производит полуфабрикаты, колбасу, мясокостную муку, мясные корма, кто-то выращивает грибы и так далее, и так далее. Это вот уже резиденты. Это вторая модель. А, на экране ОКП лаборатории, так, сори, наверное, мне надо что-то сделать... Так, сейчас попробую вам показать тогда другой файл впрямую. Так, вот. Вот сейчас должно уже быть файлик под названием FEMUTR. Так, вот. Надеюсь, он вышел, да? Вот, там, где тепличные хозяйства, сублимируемые корма. Все, отлично. Убойный цех. Спасибо, что поправили. Вот. Соответственно, здесь уже гибкость достигается тем, что мы тех резидентов, так называемого первого эшелона, да, про которых мы знаем, учитываем, допустим, они вошли с нами в переговоры, мы знаем их финансовые показатели, или сами просчитали им финмодель, или они какую-то предоставили, а мы ее интегрировали, консолидировали у себя, да. Вот. А также есть резиденты, про которых мы ничего не знаем. И вот это еще на область хитрого колдунства, да, так называемые условно-типовые проекты или условно-типовые резиденты, да, вот как раз вот эта финмодель посвящена вот этим самым условно-типовым. То есть мы с вами должны на этапе проектирования, где цена ошибки самая высокая, где ошибиться ну, критически очень и практически нельзя, должны определить некую вот такую вот отраслевую или кооперационную какую-то вот такую модель резидентов, которых мы ждем у себя по принципу, да, то есть приходите из определенной как бы группы, да, или, например, которых точно не ждем. По принципу от обратного, обратным счетом, кого точно мы не разместим, да? Ну вот, например, мы сейчас планируем, допустим, агропромышленный парк или экотехнологический парк. В агропромышленном парке по определению не должно быть, скорее всего, никакой нефтянки, никакой химии, никакого там опасного производства класса там 1-2, допустим, там, ну, проектанты скажут свое слово, да, в этом случае, по которой бы своей охранной или санитарной защитой зоны перекрыло бы большое количество свободных земельных площадей
в которых строить нельзя по принципу, да, принцип накладывающихся кругов, представляете, то есть каждое производство, имеющее свою санитарно-защитную зону, ограничивает своих соседей по принципу «я первым пришел, мои тапки», да, а вы все вынуждены будете, кто придет рядом соседство, считаться с моей санитарно-защитной зоной, ну, либо, в крайнем случае, какие-то переговорные процессы, я ее сокращу, эту санитарно-защитную зону, к примеру. Вот, соответственно, если мы с вами планируем экотехнопарк, то есть там, где будет свозиться, может быть, это и не полигон, да, а может быть и полигон ТКО, куда будут свозиться и перерабатываться какие-то грязные отходы, ну, по определению, там не будет никакой пищевки или розлива воды или что-то. Понимаете, да, о чем речь? Потому что никто потом эту пищевку, никто эту воду потом не купит, которая произведена на территории экотехнопарка. А вы знаете, в нашем цифровом мире испортить репутацию можно за секунды, да? А формировать эту репутацию приходится годами. Вот, поэтому, естественно, никогда там производство пельменей не будет рядом с переработкой твердых коммунальных отходов. Это, ну, бред полнейший. Вот, поэтому методом исключения или методом формирования целевых групп резидентов, которых вы ждете у себя на территории парка. То есть вы, наверное, уже заметили, что я не сильно радостно отношусь к индустриальным паркам или технопаркам широкого формата по принципу «приходи все, кто хочешь». Всегда есть, конечно же, какие-то ограничения. Да? То есть очень сложно угадать целевую модель резидентов, кто придет, но, по крайней мере, надо делать какие-то исключения и вывесить на заборе этого индустриального парка или промышленного технопарка правила игры. Кого мы you welcome, а кого, извините, здесь нельзя. Иначе вам придется за свой счет выравнивать все вот эти вот проектные, технологические, санитарно-защитные и прочие ограничения всеми СНИПами, ТЭРами, СНИПами, СанПинами и прочим-прочим регулировать, чтобы не помешать своим присутствием остальным резидентам. Потому что, как вы знаете, в монастырь со своим уставом не ходит, да? Вот, если вы только не новый. Ладно, не буду продолжать. Вот такая вот примерно логика по, если кратко, по условно-типовым резидентам. Третья модель, чтоб уж мы далеко с вами не ушли, сейчас я сразу ее явным образом включу. Третья финансово-экономическая модель представляет собой финмодель бюджетов всех уровней. Как минимум подсчитываются бюджеты федеральный, региональный, ну и местный бюджет, да? То есть вот, например, скажем, что у нас здесь. Модель бюджеты, она у нас в какой-то степени является сводной. Я вам тоже покажу, что здесь используется в качестве данных, да? Вот, есть, естественно, вводные, площадные, количественные параметры, от которых тоже считаются. Она у нас с вами сводная. В нее происходит линковка консолидации данных из двух других финмоделей, которые, если вы помните, да, управляющие компании и УТР, наших условно-типовых резидентов. По принципу, что все налоговые отчисления всех участников парка, а в данном случае мы берем управляющую компанию и резидентов, да, мы не берем сейчас технологических партнеров, которые поставляют нам ресурсы или которые проектируют или строят нам. Они находятся за, можно так сказать, за рамками данного парка, потому что они участвуют только одной частью своих моделей, своей доходной частью. Мы покупаем у них услуги или работы, или ресурсы по тарифам. Да? Они у нас, естественно, в модели запланированы. Да? Но наш их бизнес в данном парке не интересует, потому что это вход или выход. Да? То есть это либо ресурсы, либо стоки какие-то, или там еще что-то. Да? Вот, или услуги, товары, работы подряд. Вот, соответственно, мы должны собрать все налоговые отчисления всех наших резидентов. А еще обратите внимание, они же могут еще применять разные системы налогообложения. Нам иногда приходится моделировать, учитывая, что некоторые из них будут крупными и работать с общей системой налогообложения, а некоторые будут там, ну скажем, на едином сельхозналоге. Да? Там упрощенок у нас достаточно много льготных и специальных налоговых режимов. То есть вот это мы тоже иногда моделируем, нам приходится это сделать. Вот, а особенно если парки там предназначены для малого и среднего бизнеса. И вторая часть этой финансово-экономической модели – это доходная часть, да, бюджеты. Это налоги и платежи неналоговые, которые поступают в фонды и впрямую в бюджеты всех трех уровней. А вторая часть – это у нас с вами должны быть здесь учтены траты федерального бюджета, да, субсидии. Здесь, так. Ну, например,
субсидии федерального, там, скажем, или регионального бюджета, да, то есть субсидии федерального или регионального бюджета на строительство сетей коммуникаций, ну вот, к примеру, да, то есть график выполненных работ за счет бюджетных средств. Это, соответственно, расходная часть бюджетов. Мы с вами уже посмотрели на этот бизнес управляющей компании, посмотрели на индустриальный парк или промышленный технопарк с точки зрения бюджетов. Что будет у вас, уважаемые коллеги, происходить, если мы вам дадим субсидию, допустим, консолидированного бюджета, федеральный плюс региональный, да, а еще иногда и местный бывает. У нас в прошлом, по-моему, году, или в этом году, могу путать, произошла еще одна интересная вещь. Один из регионов, не буду сейчас говорить кто, предъявляет требования к верстанию местного бюджета, исходя из органов местного самоуправления. То есть какое это сельское поселение, да? То есть, в принципе, мы можем считать и такие вещи. То есть им важно было в земельный налог, в какое сельское поселение придет, да? То есть в бюджет какого органа местного самоуправления будет пополняться. Потому что чаще всего мы раньше, скажем так, этим сильно не заморачивались, и мы просто считали местный бюджет, ну, местный бюджет, да, то есть какой-то орган местного самоуправления, который получает арендную плату за муниципальную землю или получает земельный налог за выкупленную у бюджета, допустим, там землю, да. Вот, ну, в некоторых случаях приходится считать такие, это, конечно, больше исключение, чем правило, да, но, по крайней мере, аналитикам и такая деталистика тоже бывает иногда нужна. Так, это значит про, раз уж мы стали говорить про доходную и расходную часть, соответственно, для бюджета это все субсидии, налоговые льготы представляют собой либо выпадающими доходами, либо прямыми трансфертами расходами бюджета соответствующего уровня. Выпадающие доходы это налоговые льготы, которые предоставляются, субсидии – это прямые бюджетные расходы в виде межбюджетных, допустим, там трансфертов, да, или прямых там субсидий, да. Вот, соответственно, доходная часть – это все платежи в бюджеты разных уровней, да, то есть отчисления в фонды, налоги и все такое прочее. Все здесь считается, потом разбивается, естественно, разбивается, допустим, там по уровням, да. Вы же знаете, например, ну, скажем, НДФЛ, да, налог на доходы физических лиц, там он приходит конкретно в местный бюджет, налог на недвижимое имущество приходит в региональный бюджет, НДС полностью в федералку, налог на прибыль делится, там 2 или 3 федеральный бюджет, 17 или 18 региональный бюджет, а бывают еще и льготы, страховые взносы, разные льготные ставки, у кого-то 7,6 плюс страхование от несчастных случаев, у кого-то 32 МРОТ с минимального размера оплаты труда, да, и 15,2 сумма, превышающая минималку, и так далее, и так далее, и так далее. То есть много здесь нюансов. Теперь, значит, раз уж мы говорим про доходы и расходы, это было применимо и важно для бюджетов. Соответственно, я думаю, что вы понимаете, что у управляющей компании у нее немножечко другая логика. Так, у нее немножечко другая логика доходов и расходов, да? То есть управляющая компания имеет в качестве доходов поступление от своих услуг, смотря чем она торгует, или что предоставляет в пользование, или что сдает в аренду, да. А расходов у нее два типа. Расходы единовременные, назовем их так, инвестиционные, да. То есть, вот, допустим, она что-то покупает или что-то строит, к примеру, да. А также есть у нее операционка. То есть это содержание ее штата, закупка сырьевых материалов, концтоваров, услуг связи, всего что угодно. Это регулярные, текущие, да, или там операционные расходы, которые потребляются или в одном производственном цикле, или от месяца к месяцу повторяются. Вот. А есть, соответственно, единовременный инвестиционный. Один раз потратил и получил актив. Например, потратил 200, там, не знаю, миллионов рублей и получил здание. Да, или потратил там еще сколько-то и получил сети коммуникации. Это их, соответственно, доходно-расходная модель. Ну, естественно, у резидентов примерно то же самое. Инвестиционные затраты – это возведение зданий, сооружений и закупка оборудования. И операционные расходы примерно такие же, как управляющая компания, но у них, скорее всего, большая доля сырья, комплектующих, материальных каких-то таких вот вещей, тоже, естественно, заработные платы и так далее, и так далее. Так, чтобы нам не вылететь в лимит, я вам еще про одну интересную вещь хочу сказать. Поскольку у меня вопрос обозначен по стоимости капитала, я вам сейчас его тоже обозначу, да. Вот, например, сразу оговорюсь, существует много методов
дисконтирование, то есть приведение будущих денежных потоков к сегодняшнему дню по доходам и по расходам. Существует много методов расчета ставки дисконтирования, и я расскажу вам только об одном, например. Да? Вот, соответственно, существует несколько разных методов и экспертных оценок по оценке стоимости капитала. Ну вот, например, да, скажем, вот у нас при бизнесе управляющей компании, это у нас финмодель УК, да, управляющей компании, у вас же УК на экране, да? Так, видно, да, вам раздел ставки дисконтирования. Вот, допустим, у нас используются три вида капитала для управляющей компании. Соответственно, есть собственный капитал нашего девелопера, инвестора или кого-то, да, то есть вклады в уставный капитал, накопленный прибыль и так далее. Есть привлеченный капитал, когда мы, точнее, вот так вот, заемный, когда мы у банков или фондов напрямую занимаем возвратные средства, а также есть, вот он здесь назван прочий привлеченный капитал, это, уважаемые коллеги, субсидии, гранты, целевка, целевые бюджетные финансирования, трансферты, гранты, все, что условно безвозвратное из бюджета. Да? Соответственно, сколько все это для нас стоит? Вот, например, методика есть такая, что ставка дисконтирования считается, исходя один из методов, да, который применяют финансисты и инвестиционщики, вот ставка дисконтирования считается из метода расчета средневзвешенной ставки. Да, средневзвешенной ставки капитала. Как, почем нам обошелся капитал в разных его ипостасях, в разных видах, разных источниках, смотря откуда капитал пришел. Да? Вот. Соответственно, вот для расчета бюджетной эффективности, вот, допустим, используется, скажем, ставочка, да, которая рассчитывается, исходя из средневзвешенной стоимости капитала. Вот. Как же его рассчитать? Его рассчитать средневзвешенное, значит, среднее из взвешенное на вес, то есть на долю этого капитала. Вот, пожалуйста, три вида капитала, три вида долей. Общая сумма 100, мы заемный капитал используем на 10%, это есть, обычно должна быть высчитываемая формулой, да, извиняюсь, что здесь константа, вот, кстати, вы, коллеги, в самом начале спрашивали, да, есть ли какие-то еще там правила, да, или рекомендации. Хорошая рекомендация, не знаю, почему здесь у меня вот так, наверное, для того, чтобы не перегрузить файл, да, излишними ссылками, линками, он просто будет неподъемный здесь. Здесь константы стоят. А вот хорошая культура бизнес-планирования, финансово-экономического моделирования заключается в том, чтобы не ставить тупо цифру, вот как здесь 10%, да, я отругаю, если у нас там по факту так, а чтобы ставить формулу или комментарий, откуда мы ее взяли. То есть, если это расчетный показатель, обязательно должна быть формула расчета. Почему мы считаем, что 10, а не сколько-нибудь, да? Вот. Поэтому здесь, на самом деле, доля капитала должна высчитываться. То есть мы берем из бюджета денежных средств нашего самого, да, из кэшфло, смотрим, какой источник, делим сумму этих источников на общую этого источника на общую сумму источников, получаем долю, да? Вот, и потом перемножаем ее методом средневзвешенной, есть такая методика в математике, да? Перемножаем ставку, почем нам обошелся этот капитал, на долю этого капитала среди других видов капитала. Вот. Соответственно, почем нам обходится бюджетная субсидия? Ну, скорее всего, бюджетная субсидия, одно из мнений экспертов, обходится нам в величину ставки рефинансирование, к примеру, да, учетной ставки Центробанка, одно из мнений, да. Кто-то говорит, что это бесплатные ресурсы, допустим, они там невозвратные, да. Кто-то вообще считает, что надо использовать ставку судного банковского процента в качестве сравнения всех источников. Тут, что называется, предела совершенству нет. Для скрупулезности, для повышения качества, аналитичности, прозрачности и достоверности финмодели, мне кажется, верхней планки нет. То есть экономисты, извиняюсь, у меня заморачиваются как хотят. Да? Хотим расписать там все источники, все варианты, сделать средневзвешенную варианты там капитала и так далее, конкретного вида капитала и так далее. Ладно, допустим. Одно из мнений использовать ставку для госкапитала – это учетную ставку Банка России. Она, правда, меняется достаточно часто в последнее время. Да? И, скажем так, наши финансисты-экономисты, первые, узнав о том, что госпожа Набиуллина что-то поменяли, они сперва
говорят крепкое словцо, потом начинают думать, как же им пересчитать здесь так, чтобы не поползли там прочие прогнозы, и надо ли им пересчитывать, и не будет ли замечанием от экспертов то, что применена ставка прошлого квартала, а не нового. Да? Ну, такая вот специфика, да, в каждой своей работе. Значит, почем нам обходится заемный капитал? Ну, скорее всего, средняя ставка капитала судного для данного вида инвестиционных проектов, долгосрочных инвестиционных, основным сообществом основных, там, не знаю, 10 или 20 там игроков банка, там, условно говоря. А вот мнение, почем нам достается собственный капитал, здесь вообще очень много разных мнений. Допустим, одно из мнений, оно вот на самом деле мне почему-то кажется более достоверным. Вот я его даже в комментарии написал. Есть мнение, что собственный капитал своего инвестора обходится тому, во что он, кому он инвестирует, да, в 33-35%. И логика на самом деле здесь есть. К примеру, для чего инвестирует человек? Допустим, он преследует финансовые цели инвестиции, то есть получить доход на свою инвестицию, получить возврат на вложенный капитал. Значит, как он получит эти деньги обратно? Правильно, через дивиденды. Как формируется стоимость дивиденда? Очень просто. Прибыль по российскому бухгалтерскому учету, ну, мы про МСФО не будем здесь говорить, да? Вот, прибыль по российскому бухгалтерскому учету, вычитается из нее 20%, да, налога на прибыль стандартную, либо ставка, если у вас льготная ставка по налогу на прибыль, во многих регионах приняты льготные ставки налога на прибыль для управляющих компаний, либо для резидентов, либо для того в другом месте. Да. Хорошо, обложили мы налогом на прибыль, получили чистую прибыль после налогообложения по российскому бухучету и налоговым правилам. Да. Дальше что происходит? Как владельцу вывести деньги из бизнеса? Правильно, заплатить налог на доходы физического лица здесь. Дивидендов, а это 13% с 5 миллионов рублей в пределах и 15% свыше. Соответственно, почем вытащит, извиняюсь за сленг, из капитал, из бизнеса владелец? По 33 условно, хотя на самом деле считаться оно должно по-другому, да? Я просто сейчас сложил ставки там 20, грубо говоря, там и 13, и 15. Хотя на самом деле формула там хитрее, вы сами понимаете, да? Когда арифметические действия последовательно применяешь к разным формулам, то на самом деле плюс ставки это некорректно, да? Вот, поэтому есть такое мнение, что наш парк с вами, нашему учредителю, нашему собственнику в вложении каждого рубля обходится в дорого, что это наталкивает на мысль, а не занять ли нам у кого-нибудь из фондов, а еще лучше, не размазать ли нам долю нашего капитала не вот в таком соотношении, а в другом, допустим, 80 бюджетных субсидий, что вполне, кстати, возможно бывает, да, в некоторых регионах, где доля собственного софинансирования управляющей компании, например, там 20% только должна быть, да, 80 субсидий, 20 свои, из этих 20 свои 10 возьмем у инвестора, а 10 займем в банке, потому что, ну, к примеру, или там 60 субсидии, 20 в банке, 20 свои, потому что чаще всего нельзя выдавать за свои средства заемные средства банков. Они не свои, они возвратные. Да? Ну вот как бы вот такой вот такой момент, вот такая методика. Да? Андрей, у нас еще есть время или нам надо уже закругляться? Мы же немножко сдвинуты по времени на 10 минут. Я в принципе могу вот на этом немножечко как бы закончить. Я думаю, что коллега... Время еще есть, но как бы предфинально. Время еще есть, да, но нужно заканчивать. Угу. Все, отлично, отлично. Значит, соответственно, что показывает в том числе наш опыт, что на самом деле считать можно многое, можно, инвестиционщики иногда заморачиваются на такие вещи, как влияет, ну скажем, на успешность бизнеса, там, репутация владельца и марка машины, на которой он ездит, да, то есть финансисты, инвестиционщики меня поймут, да, мы иногда и такими вещами заморачиваемся. Вот, что я хочу сказать, промышленный технопарк или промышленный индустриальный парк довольно серьезный такой вот концентрат разных интересов сторон. У управляющей компании свой бизнес, у резидентов свой бизнес. Вы сами знаете, у нас иногда в ТСЖ с соседям очень трудно договориться, да? А тут еще государство, третьи свои как бы интересы. И вот чем нам с одной стороны нравится, а с другой стороны в чем
довольно такой непростой вот этот зверь, промышленный индустриальный парк, это вот как раз концентрация разных интересов сторон и необходимость нахождения универсального баланса, да, то есть жизненного или какого-то такого практичного. К примеру, очень часто бывает торг между управляющей компанией и резидентами, которые управляющая компания хочет обласкать услугами, да, как это говорится, а резиденты, например, эти услуги покупать не хотят, да, то есть самостийность. И вот одно из, наверное, золотых правил – старайтесь по максимуму, не жалейте времени на этапе проектирования, концепции и бизнес-плана, да, проекта вот этого, да, управляющей компании, концепции развития объекта. Потому что жизнь показывает, чем больше вы продумаете заранее, на берегу заранее установите правила, тем проще вам будет устанавливать взаимоотношения. Потому что на самом деле вот такая модель, как бы ее назвать-то правильно, ну ладно, дружеская, соседская, татарская, как хотите называйте, да, что первый резидент у нас обласкан да нельзя, потому что мы приложили сверхчеловеческие усилия для того, чтобы его привлечь на площадку, на которой пока ничего нет, иногда и дорог, и сетей, и все такое прочее, да, и они пришли там под гарантию и личное, что называется, доверие к управляющей компании, да, к людям, которые к ним пришли, вот, а второй, третий резидент, там уже как бы по накатанной, да, первого тяжело привлечь, вот, в принципе, хранить условия, которые вы дали первому, второму, третьему, и они отличаются от условий там четвертому, пятому, шестому, ну, жизнь показывает, что это долго не хранится, да, сами понимаете, секреты начинают храниться все расширяющимися группами, да, поэтому очень важно продумывать, вот я все больше убеждаюсь, концепцию, что вы будете оказывать, как думать на перспективу, это чрезвычайно сложно, но чрезвычайно важно, потому что, вот опять же повторюсь, цена ошибки на этапе проектирования самая высокая. Продумывать концепцию, продумывать бизнес-модель, фиксировать ее на бумаге, потому что все, что, ну, как бы в голове и на словах, оно не удерживается, это в природе, говорят, вообще не существует. Обязательно класть это в регламенты, обязательно пропагандировать, обязательно об этом разговаривать, слова забываются, обязательно это декларировать в бумагах. И чем больше вы продумаете модель поведения разных сторон, тем больше к вам, как, если вы от имени управляющей компании или органа исполнительной власти, федерального регионального органа, который задумал этот самый парк, тем больше будет доверия к профессионализму и тем меньше будет разных конфликтных ситуаций. Что в конечном итоге к нормальному микроклимату в этом соседстве, в этом общежитии ведет. Вот, наверное, я предлагаю на этом закончить. Большое спасибо вам за внимание. Успехов в реализации ваших проектов. Нужен экспертный опыт. Я думаю, контакты организаторы дадут. Всем успехов. Спасибо. Да, Сергей Владимирович, спасибо большое. Вы пока не отключайтесь, Сергей Владимирович. Да, может быть... Угу. Может быть, да, у наших участников есть вопросы к финансовому моделированию, к тем, к той информации, которую вы сегодня дали. Уважаемые участники, у вас есть возможность написать вопрос или выйти в эфир. Ну, а если сейчас вопросов нет, то, да, контакты однозначно мы поделимся, и вы сможете обратиться к Сергею Владимировичу за консультированием области финансового моделирования. Более того, я так понимаю, Андрей, мы, наверное, не будем делать из выступления секреты и вывесим его в открытом доступе. Вы в своих материалах ЛРИ, мы тоже на сайте вывесим видеозапись выступления, и можно будет действительно ее прослушать, пересмотреть. Конечно, конечно, у нас и на Рутьюбе канал есть, мы туда выгружаем, и в нашем Яндекс.Хранилище. Ну, спасибо. Хорошо. Вопросы, возможно, тогда вам спасибо большое еще раз, Сергей Владимирович. Мы сейчас переходим к другому вопросу, который...